Всем привет, ребят! Начинаю влог сегодня не прям с утра, уже 12. Сейчас повезу Гришку на обед. Я тоже сама пообедала, пожарила курочку, которую я мариновала. Сегодня немного вяжем, немножко щавля. Вот еще коробочку папа принес. Буду сидеть перебирать. Сейчас Гришку отвезу. Сейчас вроде бы по погоде, по интернету до четверга или до пятницы будет вот такая вот погода, когда тучи набежали, дождь пролил, потом все опять солнце. Вот из-за этого травка прям очень сильно растет, конечно. Здесь глянь, сколько одуванчиков на полянке. Прям много. Ночью сегодня дождь прям сильный лил, очень грязь такая, поэтому трудно, конечно, Стёпе ходить на огород, срезать зелень, грязь. Ты чё, очень красивая, да? Как всегда, люблю небо, даже если оно так низко. А вот тучка пришла к нам, хочет нам дождика, что ли, подарить. Сейчас жду Гришку, он оденется, и повезу его в школу, и поеду в Элбери, заеду. Нужно забрать заказ, там порошок заказала, раковину почистить. Некогда вообще на Фаберлике ехать в Титеровку забирать, потому что средство, конечно, на Фаберлик очень клевое, качественно, все хорошо оттирает, по крайней мере, наши загрязнения, когда сижу, у него вот руки в него в масле, он там что-то делает, это очень все хорошо удаляет, но нет времени ехать в Титеровку. Мама в больнице, все равно нужно и по дому делать, и работать таксистом у детей, и еще и вязать. Поэтому я заказала на Велбурис, почитала отзывы, там Майн-либо какое-то. Антоха мне стучится. Майн-либо какое-то средство буду пробовать, потому что раковина у нас огонь просто. Доха вот пошел попрыгать на батуте. Да, и футбол еще погонять, в общем. Ну, скучно одному в это время. Пришлось Гришку аж здесь высадить, возле Дома культуры, потому что там впереди вот делают что-то там с дорогой, и нужно прям объезжать. Прям перекресток, да? Как-то непонятно, но видно, что делают. Я уже дома. Смотрите, у нас в станице открылся пункт выдачи Велбурис. Я вот заехала, забрала свой заказ. Что заказывала? Сейчас покажу. Тут кучу всего. Так, вот все это было на 2300 или на 2200. Там я уж точно не помню. Здесь у меня подсластитель, который, ну, типа заменитель сахара, да, сахзам, он в пакетике. Вот, буду пробовать порошок. Заказала вот такой, отзывы на него очень-очень хорошие, прям супер отзывы. Попробую для цветного. Вот такой вот. Тоже 200 с чем-то рублей. Стоит, вот это даже не помню, сколько стоит. Масло заказала для лица и для тела. Это для такого самомассажа. Не знаю, попробую вообще делать массаж лица. Я просто никогда его не делала. И попробую, что это такое. Вот оно, средство для раковины. По отзывам тоже прям супер-пупер. Ну, вообще оно здесь для сантехники, но я вот буду раковину чистить. Ну, в смысле того, что и краны, да, все им почищу. Вот, прям по отзывам супер-пупер на Валберис написано. Вот это супер щетка для сухого массажа проблемных зон, целлюлит, там все дела. Вот, буду тоже пробовать. По отзывам написано, чтобы вот эта деревянная часть не треснула, ее нужно сразу же перед началом использования протереть подсолнечным маслом, чтобы она впиталась, чтобы она была долговечная. Пудру заказала. Сейчас я это все открою. Две помады. Вот сама пудра. Пластиковый Maybelline, да, какая-то там 110 оттенок. Сверху вот пудра. Второе отделение — это зеркало. Ну, одной рукой неудобно, но, в общем, зеркало и сам этот спонжик. Вот. Сейчас еще две помады.
Все, их уже раскрыла. На вот этой была вот эта вот наклейка. Ну, знак того, что ее как бы никто не открывал, да? А на вот этой никсовской была вот такая вот штука по всей помаде. В общем, буду пробовать. Пахнет вот это круто. А вот такая вот, только другой оттенок у меня уже есть. Она прям супер несмываемая. Заказала себе красную под красную рубашку в клетку. И надеюсь, что она будет хорошо носиться. То есть бывает же, что помады разного оттенка одной как бы серии, но по-разному себя ведут. Вот буду пробовать. Теперь же на сайте там можно выбрать, да, так как у нас открылся пункт выдачи, то мне можно выбрать или курьера, или забрать на пункте выдачи. Я сначала думала заказать курьером, но потом поняла, что выдача тоже очень удобна, потому что курьера мне бы пришлось ждать, ну, то есть он бы приехал от, там, например, 12 до 5 вечера, и то есть это время нужно быть дома, чтобы все посмотреть, проверить. Вот. А если на пункт выдачи, то вот этот товар хранится. Ну вот у меня было написано с 15 по 20. И он работает, пункт выдачи, до 9 вечера. Я думаю, что ну, до 9 вечера явно можно за день найти время, чтобы забрать. За 5 дней так точно я бы его забрала, поэтому я сегодня сразу заехала. Ну что, еще раз всем привет. Я уже в Динской. Не знаю, тут свет как-то так странно светит. В Динской приехала за загранпаспортами. Сейчас пойду получать. Гляньте, как тут красиво. Все поле в одуванчиках. Перед... Возле березки вообще. Класс! Все, я получила. Там такая очередь вообще, я офигела. Еще и надписи были, ну, эти записи там все по списку. Там, знаете, в одном кабинете три девушки, и загранпаспорт они там через одного пропускают, а в остальном список там 50 человек записано. Но сегодня до 8, я не знаю, пройдут все или нет. Скажи, куда ты сейчас собрался? Да тети Вики. Что там за праздник? Желаю для Поля день рождения. Что надо ей подарить? Цветки, денежки и сладости, да? И сладости. Нет, мы сейчас зачем идем? А в пятницу ты купишь, хорошо? Мы сейчас зачем идем? Нет, мы зачем сейчас идем? За подарком? Поня собирает подарочный пакетик со сладостью. Еще сок подложишь. Это сейчас Афоня идет на день рождения. Сказал, надо дарить деньги, да? Пельмени, надеюсь, не надо, Афонь? Что еще? Давай пошли посмотрим. Что ты еще хотел? Что бы ты еще хотел положить? А вон, смотри, вот еще шоколадки, смотри, вот. Вот, смотри, какой Марс, вот такой вот. Ну что, такой? Такой? Вот это. Давай, все, клади. Все, бери на пакетик. А он и тяжеленький. Нормальный? И пакетик же еще клади. Его же тоже буду сейчас пикать. Везде. Да. Ты хочешь? Да. Мы не ездили. Не ездили? Пошли по дорожке, да? По дорожке. Угу. Пойдемте, молодой человек. Мама еще купила вот такие цветочки. Я уже дома, у меня ужин. Вторая порция курицы, я сейчас ее пожарила, поэтому такой теплый салат. Морковка, капуста, курица. И без солью просто, и без масла, потому что вот здесь вот в курице есть сок и масло.
вода и Малахов. Ой, а мы еще в гости приехали. Забрали Афоню, Антошу Станцев, Зоечка тут тоже. Да, Зоя, куда мы приехали? До бабушки Гали. До бабушки Гали, до твоей? Да. Сегодня ужас. Почему? Потому что? Поле поланже добавили, а у меня нет. А как это было, тоже поланже добавили. И что теперь делать? И вот ужасный день. О, покажи. Афоня, покажи свои тапочки. А вы вот так все сядьте на полу и тапочки вот так выставите. Ух ты, какие у вас тапочки классные. И у тебя драконы? И у Магариты тапочки. И у Магариты тапочки. У всех тапочки.